No me llevo a decir ya. Ага, нет, вам в убежище. Вот вы находитесь в нем. Постойте, на станет лучше, вышли на улицу, либо поедете. Не кричите, хватит, не суетите. Нет, так а почему мы не можем сидеть? Потому что такой инструкции. Мы находились в этот момент в супермаркете «Рост», и прозвучало два взрыва, и прокурсы. Вы в темноте можете сделать шаг вперед где-то.